Авиакомпания «Руслайн» – один из лидеров в области региональных перевозок в России и Центр развития бизнеса Ненецкого округа совместно с перевозчиком организуют инфотуры для продвижения туристического потенциала региона для турагентств из других субъектов страны. Первый информационный тур в столицу НАО «Нарьинмар» прошел в начале августа для группы из Челябинской области. Мероприятие нацелено прежде всего на популяризацию туристического потенциала Ненецкого автономного округа. В группу участниками группы стали туроператоры Урала, любители рыбной ловли. Они смогли посетить туристические базы Ханавеси, любимый остров, посетить центр арктического туризма, познакомиться с обычаями ненецкой культуры. Также познакомились с руководительницей семейного дома ремесел Тымбойко и попробовать северную кухню в ресторане «Фрегат» в Пустозерске. С начала года мы последовательно развиваем маршрутную сеть и связываем НАО с другими городами прямыми рейсами. Прямые рейсы авиакомпании «Руслайн» обеспечивают, с одной стороны, большую мобильность жителей Заполярья, а с другой стороны, способствуют продвижению отдыха в этом замечательном и богатом северными красотами края. Наши специальные предложения и специальные тарифы направлены на облегчение планирования таких популярных тематических видов отдыха, как охота и рыбалка. В наших планах в дальнейшем способствовать укреплению диалога между НАО и другими регионами, говорит коммерческий директор авиакомпании «Руслайн» Александр Крутов. Авиакомпания «Руслайн» с января 2019 года развивает маршрутную сеть из столицы Ненецкого округа и единственного города в округе Нарьинмара. Сегодня осуществляет прямые перелеты из Нарьинмара в Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, а также трансферные рейсы в Москву через Киров. В июле 2019 года авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на рейсы в Нарьинмар из Уфы, Челябинска и Екатеринбурга по специальным тарифам. Для рыболовов и охотников минимальная стоимость билетов без багажа от 1500 рублей, с багажом от 2000. Обязательным условием действия тарифа является провоз рыболовного или охотничьего снаряжения разрешенных габаритов. Пассажиры могут бесплатно сверх разрешенной нормы багажа провозить одну удочку в чехле длиной не более 200 сантиметров в сложенном виде и один комплект снастей. Одну единицу оружия, не более одного охотничьего ружья в чехле и боеприпасы к нему. Тариф выходного дня. Стоимость перелета туда-обратно от 5600 рублей. Тарифы для молодежи, пенсионеров и семей от 2500 рублей. Билеты по специальным тарифам могут оформить пенсионеры, женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, семьи от 3 до 6 человек при наличии документов, подтверждающих родство, и молодежь в возрасте от 12 до 23 лет. Хочется выразить благодарность от лица Центра развития бизнеса Ненецкого автономного округа авиакомпании «Руслайн» за проявленную активность. Они стали инициатором этого проекта, а мы уже поддержали этот проект на своем уровне. Все инициативы направлены на развитие туристического потока в регионы, связанные прямыми авиарейсами компании. Илья Сахаров, Александр Бобрякович, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, телеканал «Север».